Всем привет! У нас социальный, общеобразовательный, культурный проект «Второй шанс». Мы считаем, что у каждого человека должен быть второй шанс. Погнали на рейд! Заходим! Заходим! Здравствуйте! Здравствуйте! День добрый! Здравствуйте! У нас общеобразовательный проект. А у нас проект. Снимать нельзя! Вы, пожалуйста, камеру выключите! Нам можно, мы общественный так. проект, нам можно как снимать. Общественный проект, на у вас общественное место, здесь люди отдыхают. Кирилл. Вы что, вы соображаете? Так, хорошо. Берите руки, смотрите, я вообще что творит? Берите полиция, свои камеры, мы их давайте, я снимать руки, не буду, пожалуйста. Так, вы что, хотите, чтобы я полицию вызвала? Да мы уже вызвали, сейчас, подождите, пацаны, раздеваемся. У вас кто-то отдыхает сегодня? Да, у нас люди отдыхают. Девушки отдыхают? Да вам-то какое дело, почему я должна ваш вопрос отвечать? Здравствуйте, у нас... Общеобразовательные культурные проекты, мы бы хотели бы произвести съемку, и нам тут запрещают. Ничего же страшного, если мы поснимаем? Да не, ничего. Все, пацаны, двигаемся, вы слышали? Ребят, проходим, проходим. Добрый день, честное движение, второй шанс. Какой шанс? Вы, выключен, свет. Ребят, я тебе говорю, камеру включи, ты отойди. Ты отойди, камеру я тебе включи. Говорю, успокойся, пойдем. Пошел, убери камеру! Тихо, тихо! Убери камеру! Пацаны! Пацаны! Идите кто-нибудь один сюда! Короче, у нас образовательный проект. Второй шанс. Пожалуйста, присядьте. С нами представитель власти. Или вы отвечаете на вопросы, или пойдем в отделение. Хотите в отделение? Значит так, как зовут? Анжела. Анжела Смирнова. А как давно занимаетесь проституцией? Отвечайте на вопросы. Нормально, года полтора. Дали куда-нибудь поступить? Высшее учебное заведение? На химфак. На химфак? А, пацаны, позовите Александра Петровича. Смотрите, здесь все очень просто. Соединение, содержащее в углеводородной цепи две двойные связи, называется бутадиен. Взаимное расположение двойных связей в углеводородах может быть различным, да? Вот, например, проект «Второй шанс» дает первые плоды. Пример номер два. Да? Александр Петрович, пожалуйста, да. Присаживайтесь, да, продолжайте. Да, уберите, пожалуйста. Юлия, а можно с вами пообщаться? Скажите, пожалуйста, а куда вы поступали? Гнесинку на эстрадный джаз. Эстрадный джаз. Жора, Ольгу Николаевну, позовите, пожалуйста. Смотри, все неплохо, только артикулируй активнее, пожалуйста. Угу. Диафрагму открывай, да. Опору держишь, угу. И взяла вдох и распределяешь на всю фразу. Гуляй, шальная императрица, опору и вся страна, которой правишь, ты берет с себя пример, легко влюбиться. Императрица, давай, когда так страстно бирюзовым взглядом смотрит офицер. Гуляй, шальная! Браво, браво! Друзья, мы надеемся на вашу поддержку. Обязательно скидывайте в комментарии бордели, сауны, наркопритоны, которые находятся поблизости от вас. Мы постараемся всех навестить, потому что каждый заслуживает второго шанса. Вы вещи делаете. Ну вот, а вы боялись. Спасибо большое. Мы уходим. До свидания.